91 году началось в Австрии все это сумасшествие. 100 полетов, 100 мероприятий по всему миру. И вот уже второй, наконец, здесь, в России, в Москве. От Владивостока до Калининграда. 3000 заявок. 180 в итоге было отобрано из всего количества. И в конце, в итоге, у нас сейчас стоят. Силы. Только с помощью людей, 4 оставшихся пилотов, которые расталкивают, как бы, вот этот летательный аппарат и сталкивают его в воду. Это основное, одно из основных правил, не представляет сильных двигателей.